Мне вот ДЦ интересно было бы поиграть на личе чисто. Больше я хуй знает где он. Раньше часто ходил. Разбав эти каски, кулаки. Три себя крыш будут. Даже пол можно заходить. Да. Почему Делайн ливнул, да? ДК был. ДК был гильдей. Он же не играл никуда. Че там Магрегор ливнул, кто знает? Он не ливнул, его персонажа забрали. Я ему своего ДК дам, будет играть. Один мак вреднее всего лишь. Хотел столик попросить. Он не в рейде, да? Ну, он где-то далеко. Он вдали, ну, вдали, наверное, стоит. Потому что я бафом не достаю. Да. Can you feel it? Ой, там, короче, это, с козырем уже договорились насчет тьмы. Can you feel it? Unbuff танчили. Гильдия Катула. Тут unbuff? Это гильдия, в которой мы били лича под персой несколько минут. Там рейд ДПС был 250 на сурке, и мы убили лича там. На unbuff. Не-не-не, это был не анбав. Я помню, анбав 263. РДПС на 40 был, мы убили. Но я не помню точно, это до починки было или нет, дерсы. Я тебе могу дату сказать, октябрь 17-го. Да, это еще до починки тогда. Ты откуда знаешь, в каком анбафе это было? Ну, ты же записан. Ребят, всем привет. Сманите, пожалуйста, Лока. Который ягер. Шаман, не шаман. Меня... Волнуюсь, что ты путаешь на комнате. Это Олег, с ума не, пожалуйста, ягера. Тут бой. Подожди, пожалуйста. Ну да. Есть у кого-то штрудели маговские? Так куда вы, блядь, тут трэш тащите? Нахер он вам надо? У меня нет 80 штук, Войт. Сколько их? 20 есть? Тебе же 80 надо. Ну дай 20 хотя бы. Дай 20, 60 еще должен будешь. Да. Под проценты, да. Боб, что тебе надо там, я тебе могу дать. Дайте хапчик тут. А все, фулл мана. Деньги надо растратить даже этого закрытия сервера. Ну закалё, блядь, суманите, не?
Давай их уничтожим одним мощным ударом. Пишни флашек на всех пиртов. Можем купить тигров на всех персов. Тигр у меня вон есть, грубо. Сколько они стоят? Они там 155 где-то. А ты призрачные эти не нравятся, не знаю. Блять, а в мамонте есть еда? Ну-ка, открой мамонта. Да, есть. Дай тебе. Желудки. О, вот рыба. Вороти, да, что ли? Вот этот медный чай с медом, да, топовый? Да. О, заебись, спасибо. Бывай. Кирс отошел на пару минут. Слева стол тыкай. О, штруделя. У меня уже достаточно таких. Почему сотку нельзя брать? Заебешься жрать. Уже представил своего андета, блядь. Крошки такие, блядь, ебло трескается. Сидит, точит, блядь. Ну, чё там танки? Хуя тебе захилю, ёбаный брат. Чё там есть? Ладно. Там ПДК кто-то есть? Конус Кеншин. Так начинать, не? Олег же ничего не говорит. Да, я тебе РЛа передал, не слышно было. Не может взять. Не, на тебе РЛ. Да, блин, чё-то глюкнуло. Сейчас. Да, не в прям напиши, если он не видит. Дарил бы сейчас он купил. Давай, Дима, потанчи основу, я первую копию, точнее вторую. Ягер, что не хватает. Ягер, ты готов? Да, 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 готов. Начинайте. Цирк приехал. Страдание.
Псов вообще дамага не получает. Ой, блядь. Забыл про жас. Сакру давал. Всем всегда говорю, блин, что прожаться перед разделением, сам забыл. Да ДПС больше. Ничего, прожмался, раз дамага не прилетает, правильно? Забрал, забрал. Это что за невезуха? Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому... Блядь, Джерион, у кого ты учился, сука? По моим мувикам ты смотрел, блядь, как так танчить. Воу, блядь. До этого водил до Сагана. Не начинай, будь, не начинай. В смысле, не начинай? Я тебе говорю. Сейчас тебе расскажут. Да я, блядь. Мои братья гибли один за другим. А я прошлого года мувики посмотрел. Там он до Сагана доводил босса, да? Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Олигарх, Доксон, Ягер. А, дайте баф по Доксону. Каску пристабаф. Я думаю, Ягер уже готов. Дима, потанчи бус. Алекстраза выбрала достойно. Смотри, упадет. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел. Рубиновое святилище пало. А чё он картавит, Халион? Где? Ну, в озвучке вот это. Зубы выбили. Дебаф. Вроде нормально говорит. Ты не замечаешь, что он картавит? Какую букву? Ну, З, например. Точно. Так, ладно. Первая фаза тьма, все остальные свет, по танкам Хенсиум танчит тьму, конус свет, хилы, стил. Кого из шаманов свет поставить хилит? Не знаю, где я редко их видел. Я тоже. Во тьму лучше, да я не знаю, танки нормальные у нас. Кто из вас хочет хилить свет? Ягер из Вэй. Или кто хилил? У них ГС одинаковый, кстати. Ну, куда поставите? Мне похуй, допустим. Ягер? Да, это ну, я. Ну, давай хиль свет. Ставь тотем защиту от огня, не забывай. В третьей фазе переставляй под бусом. По инерам... Пухнастик всегда заливай Ягеру, Джест и Доксон на второй фазе, Изи Вэй на третьей фазе Ягеру. Да, сейчас лук поменяю.
Протопало надо этот ботинки на СРС на танка. Да, по желанию. Без разницы. Там смотря как мастерство это собирает. Да по сути на да, надо. Надо все подрать роду, короче. Кирилл, что ли, спек пиши, блядь. А, стой. А есть у кого банки на ману? Рунический флакон зелья маны. Там он приз спрашивал. Не, ну, Дима, если, допустим, МТ протопал, я бы взял с ЦЛК. Но если трэш танчить, они 80-ровые левелы, и там у них нет столько парирования. Объясните. А, так. Тебя не слышно было. У тебя какой-то шум. Здесь салют. Объясни, пришел. Не слышно. Что ему делать? Ты ливаешь с гильдии? Что ты говоришь? Непонятно. Крест там крест. На кто подиспелить может? Хопка, СДПР. Кто из вас может подиспелить третью фазу свет? Ладно, хопка. Ну давай я подиспелить. Пусть на Жириновский диспелит, чё он? Кто? Жириновский, СДПР. Скажите мне, что надо делать, я уже сколько раз кто спрашиваю. Это спрашивает? СДПР. Ну, объясните тактику, и я подиспелю. Нет, я только что паладином был, которому вы тактику объясняли. Ну, блин, почти все то же самое, что вы в обычке. Просто метки к стене бьешь босса, третья фаза бьешь больших, смотришь людей, кто метки выносит, когда стены добегают, диспелишь. Все. Через взрыв бьешь по КД. Да, и третью фазу бьешь через взрыв. Так, слушай, давай я ягером подиспелю, ну в чем нет, проблема? Нет, хилам, да. Ты хилил уже РС вообще? Зачем ты такое предлагаешь? Ну конечно хилил, ну давай подиспелю похилю. Да, ты вы не захилите так, я не знаю, ну. Да все, давай подиспелит. Приз подиспелит, ты хиль смотри. Тут хилить не так просто. Еще и диспелить это слишком много для тебя будет. Чек на готовность, не знаю, вроде все сказал. Ролана, что за хант? Знаешь тактику? Совой был только что. Все, напуливай, главное, мелкий трэш на точника. Через град и трапом напуливаешь этот мелкий трэш на протопала на точника. Автоатаку на перебежку. Каждый мелкий трэш. Ну, все готовы. Начинай. Промахнулся меткой, он там. Перебежали. Промах был, он, сука. Ладно, сказал бы, это лучше спарировал, так было круче. Хули престол. Чё раз метка? Метка. Перебежали. Точняк, метка. Подожди, не заходи пока. Добейте все мелкие. Все, заходи восьмо. Ты меня зря метку поставил, я четвертый платин добиваю на ну. Надеюсь, разберутся.
как дела? Сам станешь. Ты сам станешь, ну. Ягер, давай быстрее. Заходите. Ты пьяный там или что? Стой, 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 не заходи. Все уже, лезвие, точно. Да, все нормально. Залейте ему ману. Виталик, ты тут еще? Да, тут. Процент. Дим. Как вы умерли? Что это, Джерри? Ну ты Ваня стал, Никол, зачем? Это минус 2 бзуна. 2 хила в минус сразу, чё ж ты? Как они умерли? Лезвие застал. Ну, первое же лезвие, Ягер в нем умер. То есть, ну, близко к боссу стоял, и оно только появилось, сразу его убило. А второй друид я не заметил. Кто заметил, скажите, я не знаю. Чёрт, сдал тебе звезду, поставишь рейд во тьму. Ягер, ты тут еще? Так не надо под лезвие попадать. Мне одному кажется, что он что-то выпил там и... Ну, да, 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 мне тоже показалось. Не мог ответить, потом встал спустя секунд 10-15, потом все зашли во тьму, постоял, кинул себя в эту быстрину, покрутился, потом зашел. Блин, какие-то да, такие движения. Это, ну, да, мы... Пьяный, что ли? Нет, черт. А облитый просто. Да, ты гонишь? Нормальный. Ты вообще в состоянии там хоть? Я в таком состоянии не хилю, ну его нахер. Не, ну разве что ЦЛК там, где нехуй дел. Богдан. Богдан, пошли за этот. Вырез. А, надо менять. Может, сейчас Марина зайдет. Что там, рыбка есть? Ай, всех. Есть рыба. Богдан, ты зайдешь или не? Ничего не ответил. Мне кажется, смысла нету так хилить. Посмотри, что он там хилил. А он для чего не хилил? Че? Не, ну нахилил за первую фазу 272к. Ну, нельзя сказать там ничего. То есть по первой фазе. Так кликните его там, пусть пока вылетает. Так неким заменить. Богдан, ты тут? Пошли хилом. Ягер, ты тут еще? Да, в общем, это, меняйте меня. Да, это правильный выбор, мне кажется.
то будешь падать, мы будем расстраиваться. Числи мы там 100 ЕП каких. Накинь ему. Как бы, в два хапала похилить лучше свет или зевая поставить свет? Все равно, можно по хапалу туда и туда. Лучше во тьме гера тогда не будет. Ну я думаю лучше, это чтобы по хапалу. Я не знаю вообще, я зевая как-то видел, он хилил вроде РС, но я не помню ничего там. Кто это вообще? Кто у него снова? Не с гильдии. Был ДК такой, Билайн с гильдии. Нет, но этот Изивей, он уже вроде с гильдии, ну то есть ходил с нами в РС. То есть у него основа в гильдии у нас, я так понимаю, да? Или... Он его самогон расстроил, и он ливнул. Понял. Самогон его расстрелил. Ух, Настик, ты зайдешь? Я пишу мой. Ну что-то с пухнастиком. Ничего не писал. Это выкинуло. Тварка нет. Две минуты. Если выкинуло, он бы в игре оставался. Так, чисто офтмусы получается или что? Просто так он не будет офтмуса. Не тот человек. Ну, в принципе, код у Джеста есть. Ай, блядь. У тебя же был куст. А, у Докса есть. Ну, идет тоже. Подожди, Джест, ты же котом выходил, я помню. Не-не, не ходил. Ну, сейчас зайдет другой человек. Доксом давай в кота. Да, Джесс будет четвертый пати. Кто зайдет? Фоллер. Да пусть лучше или поменять слизни тотемом местами. О, поменять. Ну меня это сам уже тогда. Чтоб крит во тьме был. И как раз он слизни тотем звездой побудет. Там если что, ассист у тебя есть, повесишь, по-моему. Алло, алло, привет всем, слышно? Привет. Привет, привет. Сейчас погодьте секунду. Я думаю, что Трисси на него пишет, да? Да у меня глюки просто. Дистрик. Интересно. Сейчас первый ПДПС, да? Да не, первый вряд ли. Но он может трэш станет. Там КД большой. И вайпнут нас, потому что трэш вырастет, да? Там дистрик как-то не, вырастить может. 20 секунд КД. Не надо уешить, Фойлер, если ты ВРК, просто стань трэш, когда весь прибежит.
и все. Ну, не а сразу. Когда он уже прибежал. Когда он не растет. Ну да, да, да. Весь прибежал, танк танчит его, и все, и станешь его. Окей, плюсы не если. Понял. Да понял, понял. Только трэш не бьешь. Большого бьешь, голем. Ну, я знаю. И вы тут решили курс по тактике в РС пройти? Просто мы с первого трая хотели. Да ты знаешь, как это, блин, ну... Первый раз не вижу. Тебе говорят, что все знают. Да-да-да. Дайте приставав. А потом чему трэш выносят, и блядь? Точнее, в РДД зон. Это Войт сейчас про свои рейды рассказывает. Блядь, Битлгейз, 3 минуты АФК. Вот что не Битлгейза. СС кому? Шо, я тут, я не АФК шо. Так, у нас 3 лока. На Ферслай во тьме. Сейчас. Давайте Крейзи Варлок, Стилу, Холлер, Аюша на третьей фазе. Мы типа в 2 хпала, да, ладно, в свету? Угу. Только давай. Вы разберитесь, кто из вас заходит во тьму, а тут в прошлый раз оба света узнались. Ну, поешь, пусть заходит, Стил остается. Я зайду. Вы частицы можете обе на меня кидать и хилить рейд протопала. Метки. Там вообще не умирающий будешь. Да там еще раз Крейзи Варлок. Что Крейзи Варлок? Там что-то говорили Крейзи Варлок. СС на стилы кидаешь. СС да. Все, Бетельгейз тут. Инту, Ну, зачем ты сейчас кинул СС, он спалил? Ты же не заходишь все равно. Я же говорил на третьей... А, ты отходил. На третьей фазе. За 15 минут. Он спадает при заходе в тьму свет. Ты на кого кинул? На стила? Он не зайдет. А, подожди. Да, да, все нормально. Ну, на будущее, на третьей фазе кидаю СС. Все готовы? Давай, начинай, Кенси. Я просто думал, если лук заходит в тьму, то СС тоже пропадает на хурипале. Или... Не, не. Тот, кто заходит на ком, с того пропадает. Докса метка. ДК, уйди с фрейма босса. Перебежали. Да, блин. О, красава. Перебежали. Бегите далеко, смотри. Кто там? ДК. Блядь, ДК, ты... Не сдох. Ну, да, ты нуб, наверное, да? Миша, Киша, подними его. Да-да. Ну, это было, ну, выглядело, конечно, смешно это, его движение. Миша. Джесс, нету метки, нету метки, нету метки. Аф, раздайте ДК. Маралана метка. Перебежали. Через хвост возвращайся. Через хвост. Ну стой же там. Ближе, иди сюда поближе. Не достает, еще сумрешь доты. Да он не умрет. Не должна, по идее, тут убить его. Вот. Повезло, что было два стака. Сразу заходи, Дима. Рейд, заходите. Yes.
Заходите. Добивайте и заходите. Я как говорил, четвертый апати, кроме демона. В итоге у нас бью остался демон. ШП зашел. И Хан со второй апати остался. Я не знаю, чем вы слушаете. Метку проверить сейчас. Походу лезем. Подожди, подожди, пропусти лезем, да. Да, нормально. Иннеры раздайте, хилы. Ну, слышите, хилы. Кстати, чуть не вижу СС на стиле. Вот, видишь? На мне нет СС. Два. Один. Беги, малышка, беги! Все, как все выйдут, да? Ну, давай, Рус. Подожди, АДК, 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 ты где? Олигарх, выходи в свет, давай, Рус. Возьми. Рано, до стены надо. Не, я диспелил. Так, другого рука. Олег, кидай щитки на метку, короче, я буду кидать на Дани. Во тьме дайте рост. Или танк во тьме. Перебежали. Свет, стоп, не бейте босса, ждите трэш. Ими, Богдан, ты про щитки говорил? Да. Не кидай. Это херня. Кинь лучше. Юсаку. Да, не кидай на метку, она меня аж не прокает. Побежали. Так, капли. А не капля надо? Не. Перебежали. Лужа врит, нормально. Босса не бить, только трэш, а уже 50 можно бить. Набивайте мелкие, босса бейте. Перебежали. ДК, старайся стоять дальше. Не бейте, свет не бейте. Не бейте босса, просто постойте, подождите 50%, а потом добьем босса. Не бейте свет. Напуливать мелкие. Все, добивайте босса. Только в босса играйте. Нормально. Гц хули. Такое чувство, что у нас во тьме пару раз метку даже не кидало.
плащ рульте. Ну да, долго, потому что я смотрю, у меня уже фридом прошел, но должен как бы кидать козыри. Думаю, кидать или нет. Не умер от капли, блин, реально. Ну, я за... это тем. Захиливаю, смотрю на ПС. Но там шаман просто выбегал, я смотрю, Джерри, Хилы он просто... Почему за половину, а он один с гильдии рулит? Хило кольцо. Джест писал, что на Хело. Да, писал. Да, вижу. А, по ИП это кто? Идет, а, Йош. Как это чё, идет, ну, а второе кольцо тогда какое? На кого? Тут пишут, что это не бис кольцо на армии. На ИП заходит кто? Почему это нормальное кольцо бисовое на друида? Я не знаю, почему так пишут они. Да, я... Ну, одно синдри, второе СРС. Нормально вообще заходит. Друидишь основной стат СПД. Здесь самый больше СПД плюс хастай. Поставь утешение осколок. Все, значит, вся ИП. Угу, я сам все накину. По сбору вроде долгие рейды, но так вроде неплохие. Да, 2 РС и сколько там, 4 трая. Кать. А. Больше еще что-то? Давай, если ты по РЛ и ШВК я соберу. 10 гер, о, 10 гер целка. Раньше, помню, каждый КД ходили. Просто шмотки нужны были. Да, и продавали.